В ночное время автомобиль «Део Джентра», двигавшийся по проспекту энтузиастов без номерных знаков, привлек внимание полицейских. На неоднократные требования инспекторов об остановке водитель иномарки не реагировал. Злоумышленник попытался оторваться от патрульной машины, совершая опасные маневры на высокой скорости. В дальнейшем к преследованию подключилось еще два экипажа ДПС. Уходя от погони, в центральной части города правонарушитель свернул в тупик и допустил наезд на бордюрное ограждение, после чего был задержан. Установлено, что 33-летний водитель является гражданином одной из республик ближнего зарубежья. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проведения проверки было установлено, что водитель управлял автомобилем «Део Джентра», находясь в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него были составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8, а также по части 1 статьи 12.1 и по части 2 статьи 12.30. 7 Кодекса об административных правонарушениях. Решением суда правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.